Под тканью мемориальные доски двум героям войны, выпускникам Рязанского медицинского колледжа. В июне 41-го произошел ускоренный выпуск фельдшеров и санитарных фельдшеров, а также медицинских сестер. Они были отправлены в прифронтовые госпитали. Среди рязанцев был и Николай Копытенков. С первых дней он был на войне, на фронте. А в 1943 году за героизм и самоотверженность при оказании помощи раненым при артналете Николай Копытенков был удостоен звания Героя Советского Союза. Другая мемориальная доска посвящена Марии Федюковой. Она просилась на фронт с первых дней, вытаскивала бойцов с поля боя, оказывала доврачебную помощь раненым. 4 медали, 2 ордена Отечественной войны и награда имени Флоренс Найтингейл. Теперь мемориальные доски со знаковыми выпускниками военных лет красуются на стенах колледжа. Сегодня колледж не узнать. Современные кабинеты, современное оборудование, прекрасные симуляционные центры, где будущие фельдшера и медицинские сестры, акушерки осваивают профессию. Замечательное учебное заведение, которое дает не только профессиональные знания, но и воспитывает доброту, милосердие, эмпатию, которая помогает молодым людям сегодня определиться в выборе не только профессии, профессионального пути, но и жизненного пути. Сейчас в Рязани трудится несколько сотен медсестер, фельдшеров и санитарных фельдшеров. Большая часть вышла из стен медицинского колледжа и теперь работает на благо горожан. Их работа не видна тем, кто не нуждается в помощи. Но так хорошо верить, что когда она понадобится, они будут рядом. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».